Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 23 октября, Православная Церковь совершает память преподобного Амвросия Оптинского. Преподобный Амвросий Оптинский в миру Александр родился 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в многодетной семье Пономаря Михаила Федоровича. Отец которого был священником и благочинным, и Марфы Николаевны Гренковых. В 1836 году окончил тамбовскую духовную семинарию. Тяжело заболев, в 1835 году Александр дал Богу обед в случае выздоровления пойти в монастырь и быстро поправился. Обед не был исполнен но последовало вразумление Божие. В 1839 году Александр поступил во Введенскую Оптину пустынь Калужской губернии к старцу и иеросхимонаху Льву Наголкину. В 1842 году был пострижен в монашество с именем в честь святителя Медиаланского Амвросия по рукоположению епископом Калужским Николаем во Иеромонаха в 1845 году и после тяжелой болезни, последствия которой не проходили уже до конца жизни, Иеромонах Амвросий начал помогать старцу Макарию Иванову в его трудах как духовник, принимал посетителей, участвовал в издании и переводах творений святых отцов и книг духовного содержания. После кончины старца и расхимонаха Макария преподобный Амвросий становится духовным наставником братья. За наставлением к нему шли тысячи верующих и неверующих людей со всей России. К нему приезжали за советом или для беседы Достоевский, Соловьев, Леонтьев, Монах Климент, Алексей Толстой, Лев Толстой, Погодин и многие другие. Преподобный Амбросий никогда не позволял себе пустого или гнилого слова и говорил лишь с целью исправления и назидания. Преподобный Амбросий имел дар прозорливости. Он исцелял больных помогал нуждавшимся и бедным. Для оказания помощи старец являлся людям на расстоянии, наяву или во сне. Преподобным Амвросием была устроена Казанская Шамардинская женская община, обитель, куда он посылал жить или нуждавшихся больных, или бедных благочестивых женщин, девушек и сирот. Преподобный Амбросий был великим молитвенником за всю Россию. Во время молитвы его лицо иногда видели преображенным. Скончался преподобный Амбросий 10 октября 1891 года в Шамардинской обители и похоронен в Оптиной пустыне рядом с могилой старца Макария после кончины старец Амбросий являлся многим людям в разных концах России, исцеляя больных, помогая страждущим. Святость жизни старца Амбросия явлена в его деятельной любви к ближним. Всегда было глубоким почитание его православным народом. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Иннокентия, епископа Пензенского, святителя Амфилохия, епископа Владимира Волынского. Празднуется собор волынских святых. Чтится память блаженного Андрея Христа ради Юродивого, Тотемского, мученика Феотекна, преподобного Васиана, преподобного Феофила Исповедника, всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.